Привет, самая лучшая мамочка! Сегодня у нас домашняя тренировка вместе с ребенком. Будем качать ягодицы. Сделаем сначала разминку, сами разомнемся и с ребенком зарядку проведем. Поехали. Ты так быстро, я ж так не успею за тобой. Разминка окончена. Ну что, погнали на тренировку? Для упражнения вам понадобится... Для упражнения ягодиц вам понадобится... Утяжелители, все на четвереньки, и нога у нас поднимается до уровня корпуса тела, то есть одна линия прямая, здесь угол 90 градусов, и начинаем ногу поднимать до упора, до напряжения ягодицы. Маша, ты мне, у меня и так, блин, баланса никакого. Будем делать 15 раз с утяжелителями, без утяжелителей давайте 25. Поехали. Раз, два. Побежали, опустили и растянули. Нога точно так же. Так, и так три подхода. Опусти, опусти ручки, вот так вот положи. Личный тренер моей дочки. Все, и отдыхай. Да, все, отдыхаем. Дыши так. Еще раз. Следующее упражнение тоже на ягодицы. Вам понадобится диван и какой-то вес. У меня это будут гантели, можно еще сделать это упражнение с ребенком. Маша, иди сюда, я покажу. Будешь кататься? Так. Можно сделать вот так. Да. Что здесь нужно делать? Мы опускаем таз и тем самым растягиваем ягодицы. А когда поднимаем, до упора напрягаем их. И вот такие вот качели получаются. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Таких повторений у нас тоже 15. Отягощением. И если вы делаете без отягощения, без веса, то делайте вот тоже 25. Все, Маша, поехали. И... Не забывайте правильно дышать и отдых между подходами. Подхода 3 тоже. Нет, 30 секунд хватит. Следующее упражнение на пресс. Мы ложимся на спину. Машенька, Маша, Маша, ты упадешь. Итак, плечи поднимаем. Поясницу не отрываем и правым локтем тянемся к левому колену. Четыре,
4:30 повторение. Три подхода, по 30 повторений. И не забывайте пить водичку между подходами и между упражнениями. Да ты ко мне лицом поворачиваешь, как ловить-то будешь? Вот, дальше двигайся. Двигайся дальше. Вот, молодец, еще. Давай, ножки раздвигай. Маме. Раз. Сильнее. Сильнее. Да, теперь я толкаю. Ты лови. Раз. Тебе не видит этот мяч случайно? Раз, три. Оп. Лежит. Ты похлопала, что ли? Да. Ой. Все, тренировка окончена. Пора идти отдыхать и кушать что-нибудь вкусненькое. Тренируйся вместе со мной и приводи свое тело в порядок. Пока-пока, до скорой встречи. Ты куда? Ой, как хорошо лежать. Ты прыгаешь, что ли? Тихонько, не стукни. Ой, молодец.